12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарита Пузлиева. И Анна Лапшина. Смена состава у нас в студии. Мы сейчас будем говорить о замене ЕНВД УСН. Если это случится, конечно, да? Или другими налоговыми режимами. Говорит один из наших гостей, Роман Титов, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Добрый день. Добрый. Андрей Юсенко в нашей студии, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и Юлия Долгоршиных, руководитель группы компаний... Юлия Долгоршиных, руководитель группы компаний имени меня, сказала. Да. Юлия. Добрый день. Здравствуйте. Эта тема, она достаточно живо сейчас обсуждается. Я так понимаю, что несколько было... разного там формата, разного уровня собраний, там, обсуждений круглых столов и всего остального. Давайте мы все-таки проблему обозначим сначала, да, чтобы понимать, о чем мы будем говорить. Юлия? Юлия, на вас показываю, джентльмены. Ну да, я, наверное, как представитель все-таки бизнеса, да, наиболее заинтересованная в этой теме лицо. Ну, что сказать? Основные моменты, которые беспокоят на сегодняшний день, да, и остро беспокоят, это таких, наверное, несколько этих моментов. Начнем с того, что это отмена ЕНВД, да, сначала с июля этого года для маркированных товаров. Туда у нас попал небольшой список этих товаров, с которыми мы работаем. Это обувь, это меха, и это, по-моему, лекарственные у нас. Фармацевтические. Да, фармацевтика. Вот, соответственно, с 1 июля мы уже не имеем возможность применять ЕНВД, вот, и с 21 года система ЕНВД, как нам было сказано, отменяется вообще. Да, и сейчас нам надо понимать, каким образом нужно дальше действовать. То есть, понятно, я думаю, что всем понятно, ну или хотя бы всем бизнесменам понятно, это то, что если в январе еще была возможность там подумать, да, и оценить свои там финансовые возможности и все прочее, и, в общем-то, в голове мысль о том, что отменят ЕНВД, и мы все понимали, что это временный налоговый режим, да, эта мысль была не страшной, ну, не такой страшной, то сейчас в августе эта мысль, конечно, уже просто катастрофична, потому что, опять же, эта пандемия, свалившаяся на весь мир, естественно, она подкосила экономику и предпринимательство в том числе достаточно серьезно. Вот. И далее, после ухода с ЕНВД, единственный у нас налоговый режим, который к нам подходит и который там для нас существует, это УСН. Там две ветки, так скажем, доходы и доходы минус расходы. Да, и те текущие ставки, которые действуют у нас сейчас, это огромный рост налоговой базы. Во сколько раз? Мы подводили данные. Я сейчас скажу, чтобы быть это не голословно. Ну, понятно, что там в каждой отрасли, наверное, по-своему. В среднем, да, от 4 до 6. 4-6 раз. Да. Ну вот смотрите, если мы говорим о том, что при УСН 6% для розничной торговли налоговая нагрузка вырастает в 5,04 раза, при УСН 15% в 4 раза. У меня есть данные по общепиту, который сейчас использует ЕНВД. Здесь УСН 6% налоговая нагрузка вырастает в 5,4 раза. И у меня еще есть данные от предприятия, предприниматели, которые занимаются продуктовыми магазинами небольшого формата, это уже сейчас находится на системе ЕНВД, у них, если они уходят на УСН 6%, у них нагрузка вырастает в 9,4 раза. Да, для понимания. Ну, понятно, что там разные наценки у нас существуют там, на продукты и на разные виды групп там, товаров, да, но в любом случае, если мы говорим даже про 5 раз, да, в среднем там 4,5-5 раз, ну, это огромные затраты. Кто переживет вообще этот переход? Вот в том-то все и дело, да, как Андрей Леонидович говорит, бесшовный переход вряд ли тут в таком формате получится, и вообще, в принципе, конечно, хотелось бы, чтобы ЕНВД осталось, потому что сейчас в текущих реалиях у нас тяжело вообще предположить, каким образом мы будем дальше действовать, да, вот, но мы должны понимать, что если решение принято и на него там невозможно повлиять, у нас должно быть запасной аэродром, так скажем, да, и мы должны сейчас как раз идти в сторону того, какие тогда могут быть льготные ставки УСН при переходе с ЕНВД. Прости, пожалуйста, возможно ли вообще как-то продлить действие режима? Ну, смотрите, вообще ЕНВД, это, как Юлия правильно сказала, временный налоговый режим, но, наверное, не один временный налоговый режим с таким трудом, откатами назад и шагами вперед не отменялся в новейшей истории Российской Федерации.
порой даже это принимало совершенно какие-то вычурные формы. Если помните, в начале этого года мы вместе с Торгово-промышленной палатой добились принятия закона как раз о льготных ставках по ЕНВД для тех отраслей, которые за маркировки его лишались. Люди добросовестные закупили оборудование, закупили, значит, сканеры, закупили программное обеспечение, вдруг им говорят, ага, все, мы на полгода переносим. Вот до такого доходит. Но сейчас, честно говоря, наверное, на 95%, вот мы с коллегами до эфира обсуждали, этот налоговый режим будет отменен с 1 января. Так, почему? Несмотря на все просьбы предпринимателей, которые с начала пандемии, насколько я понимаю, Смотрите, для нас определенный маркер, это, ну, для нас, как для законодателей, это реакция правительства Российской Федерации на законопроект. То есть летом этого года был внесен соответствующий проект закона в Госдуму, о продлении действия ЕНВД, внесли его сенаторы и два депутата, одна из которых потом отказалась от своего авторства в этом законопроекте. Мнение правительства Российской Федерации на законопроект отрицательное. В том числе указывается, что там для бесшовного перехода, скажем так, расширены определенные критерии по выручке, по упрощенке и т.д. и т.п. Но, еще раз, никогда не говори никогда, особенно если ты говоришь про ЕНВД, потому что чудеса уже случались, и я ведь не исключаю, что под влиянием, да, прежде всего. Да невозможно так жить и бизнес вести, ну как? Ань, ну я согласен, я вообще сторонник. Вот плоско, понятно и во времени длительно. Неизменно. Но с ЕНВД так не получается. Если, скажем так, общественное мнение, прежде всего позиции бизнес-объединений до конца года вот, будут услышаны, мы увидим отмену, как уже было, отмену отмены. Пока вот говорю, как есть по состоянию на сегодняшний день. Ну, понятно. В общем, хочешь мира, готовься к войне, готовиться к войне. Ну, вот чего точно не надо делать, это не надо ждать, что вот кто-то сделает что-то, и авось как-нибудь пронесет, потому что мы видели, как в конце прошлого года спешно предприниматели, обувщики, аптекари и меховщики, они готовились вот к переходу на другой налоговый режим. Это ж адский труд, потому что, грубо говоря, ЕНВД ты можешь администрировать без бухгалтера. То есть тебе вменены там некие ставки, ну, в зависимости от там характеристик бизнеса, и ты только эти деньги платишь. Все остальное там, это, ну, твои операционные средства. А УСН – это администрирование. Ладно, 6% у нас с Нового года будет… бухгалтерский учет. Ну да, 6% вроде ФНС сами готовы администрировать, а по… То есть это не только дорого, это еще и хлопотно. Ну, просто к этим процентам роста вот 2-4-6 раз добавляются еще затраты на бухучет. Угу. На минуточку, ну, это немалые деньги, это сотни тысяч рублей в год. Даже ну, смотрите, да, если вот мы говорим там о том, что нет ничего невозможного, в теорию тогда немного углубимся, объясним слушателям, почему изначально вообще не предполагался этот режим навсегда, грубо говоря. Ну, собственно говоря, вводился ЕНВД в тот период времени, когда государство, по сути, официально признало, что мы не в состоянии вести учет и контролировать финансовые потоки целого ряда там отраслей, в первую очередь торговли. У нас нет для этого никаких механизмов. Поэтому мы предлагаем вам, мы определяем, что вы получаете потенциально вот такой доход, вмененный так называемый, и мы с вами договариваемся, что с этого дохода мы берем вот такой налог. Вот была такая ситуация, не было ни технических средств, ни программных, ничего. И тогда еще было сказано, что это, собственно говоря, там, временный налог до тех пор, пока мы не научимся там, администрировать эти финансовые потоки. Вот. Теперь государство говорит, мы все это научились, мы все это контролируем. Сделали онлайн-кассы. У нас онлайн-кассы, мы выстроили банковскую систему так, что мы все это там, все движения там, по счетам видим. Мы вводим маркировку для контроля товарных потоков, поэтому у нас нет необходимости с вами договориться о том, что мы считаем, что у вас такой доход и с вас такой налог. Мы теперь будем брать налог в соответствии с вашими финансовыми оборотами. И вот ловко так вы подвели к моему следующему вопросу. Действительно ли готово в итоге государство? Ну, государство, на мой взгляд, действительно готово. Наша налоговая служба одна из наиболее развитых там в мире. И наш премьер-министр тому доказательство. Да, то есть они действительно там очень многое что контролируют, очень многое что видят. С введением онлайн-кассы они видят практически все там и наличные, и безналичные расчеты. С контролем банковских переводов ровно такая же ситуация. Это, я думаю, то, о чем я говорю, это такие следующие шаги того, что государство будет вводить в сферу налогообложения, да. Поэтому это одна из основных причин, по которой сейчас, несмотря на всю там сложившуюся ситуацию, и несмотря на все не, там, не одна,
многочисленные воззвания, которые бизнес-сообщество, бизнес-объединение, начиная с ноября прошлого года, уже транслируют в правительство. Только за лето, там, по-моему, трижды на самом высшем уровне в правительстве поднимался вопрос о том, чтобы там, продлить действие ЕНВД хотя бы на 2021 год, на который все еще придутся последствия там, тех ограничительных мер, которые были введены, и восстановление спроса. Было очень жестко сказано, что нет, ребята, все... Мы считаем, что это более справедливо, во-первых, то есть не уже не вмененный доход, а, собственно говоря, там справедливое налогообложение с точки зрения конкурентной среды, которую они, это один из доводов, которые они приводят. Значит, и второй момент, что мы действительно все это видим, нет необходимости в том, чтобы вот такой половинчатый доход, вернее, половинчатый налог на такой предполагаемый доход вводить. Ну, тут тоже, кажется, о двух концах палка, да? С одной стороны, вроде бы пандемия, с другой стороны, в следующем году ведь тоже может что-нибудь случиться. То есть эти процессы в России, мне кажется, никогда не прекращаются. Но, на самом деле, я здесь с Романом Альбертовичем тоже соглашусь. Мы с ним достаточно давно такую как бы, позицию эту выражаем о том, что... Ведь для бизнеса что важно? Важна стабильность правил деятельности, там, да, правил игры. Об этом говорили много раз. И в свое время, там, несколько лет назад, Владимир Владимирович там, да, в своем послании сказал, так, давайте там 5 лет, нет, 4 года там, налоговую систему не меняем. Ну, правда, у нас, как всегда, там нашлись другие варианты. Да, вместо налогов стали вводить сборы или что, какие-то еще там формы взимания денег с предпринимателей, те же самые там онлайн-кассы и все остальное. Но это принципиально важно для бизнеса, иметь стабильные, понятные правила игры. В этом смысле, чем проще будет налоговая система, тем действительно лучше. Потому что разнообразие налоговых режимов с точки зрения там, ну, возможности их выбора не самая лучшая ситуация. Но когда мы там, в кризисный период, который сказался абсолютно на всем бизнесе, а тот бизнес, который использует систему ЕНВД, является одним из пострадавших, по сути, в данной ситуации, потому что это как раз те самые предприятия торговли, которые были достаточно долго закрыты, и на которых сказалось там, падение спроса. Мы сейчас, там, руководствуясь благими намерениями, возлагаем дополнительную налоговую нагрузку, но ситуация, на мой взгляд, совершенно абсурдная. Мы, с одной стороны, пытаемся им помогать, да, государство принимает меры поддержки, выделяет деньги, там, льготные кредиты, освобождает от налогов. А с другой стороны, мы их закапываем, с и другой стороны, все эти деньги, которые на поддержку рукой, потрачены. Да, другой рукой мы берем и увеличиваем на них налоговую нагрузку. Есть ли в этом прямо сейчас такая необходимость? Не уверен. А расчетов, кстати, возрастания там, поступления в бюджет я тоже не видел там, в пояснительных записках правительства. А их и нет, потому что возрастет. Не рост доходов бюджета – цель отмены ЕНВД. Да. Правильно Андрей Леонидович сказал, это упрощение налоговой системы. Унификация какая-то. Да, унификация, плюс, уменьшение количества режимов. Да, плюс мы понимаем, что так как это и УСН, и ЕНВД – это налоги не федеральные, региональные, муниципальные, мы начинаем нарушать бюджетную систему, сложившуюся в регионах. Что на данный момент, когда вообще пока сложно предсказать последствия для бюджета... Последствий никто не знает. Абсолютно. Они не просчитаны, непонятны и до регионов точно не доведены. Прекрасно. То есть мало нам коронавируса, теперь еще и это. Ну, тут еще сейчас, мне кажется, может получиться так, что те предприятия, правда, вот как ты говоришь, кто получил какую-то помощь в рамках там, борьбы с эпидемией, закроются после этого, получается, и потратили те деньги. Давайте честно скажем, что инициатива об отмене с 2021 года ЕНВД, она была внесена и принята до эпидемии. Ну, конечно, короны. Да. То есть, чтобы это не сюрприз, да. Не было мнения, что тут вот наваливают дровишек. Нет, мы, естественно, понимаем, что это не специально сделано для того, чтобы закопать те предприятия, которые мы так сейчас не получили. Ну, так может получиться. Но просто так совпало. Как много вообще в Кировской области предприятий, работающих по ЕНВД? Не возьмусь даже сказать. Несколько тысяч, да. Если я не ошибаюсь, там речь идет о 5 или 6 тысячах, по-моему, общей сложности ИП и юрлиц. Там, ну, так просто хотя бы хоть как-то немного понять, ну, достаточно как это для бюджета вообще будет все, насколько прибудет. Не, подождите, вот для бюджета давайте просто...
для бюджета, вот все эти доходы, они на сегодняшний момент они никак не учитываются в бюджете. Почему? Потому что мы не знаем, какое количество предприятий выберет какую систему налогообложения. Кто-то уйдет на патент, если сможет себе позволить, это одни деньги. Кто-то уйдет на упрощенку, а дальше это либо доход минус расходы. Там. То есть при бюджетном планировании вот эти категории бизнеса, они не учитываются. То есть они вообще выпадают, получается, сейчас? Ну, пока да, это сейчас, будут, грубо говоря, дополнительные доходы областного бюджета. Да, это невозможно смоделировать, предсказать невозможно, потому что, ну вот, Юлия, с другой стороны, расчет это есть, да, вот, ну как предсказать невозможно. Одно дело, что сейчас есть количество предпринимателей, которые используют ЕНВД, да, и получают там этот налог. Вот. С другой стороны, есть наши данные абсолютно правдивые о том, насколько все может возрасти, да. Значит, здесь же всего там два пути развития событий. Первое, это предпринимателю не подойдет новый налоговый режим, а поверьте мне, предприниматель — это такой человек, который в минус себе работать ну точно не будет. У нас нет никаких субсидирований сверху, там, да, поддержек и так далее и тому подобное. То есть мы будем искать какие-то другие пути получения прибыли, но если бизнес убыточен, никто его за собой тащить не будет. Это первый вариант развития событий. Второе — это то, что пойдет на там, новый налоговый режим. И там у нас сразу видно, если мы оставляем все как было, да, это в 6 раз выше, да, я грубо говорю, там в 5 раз выше. Если мы оставляем, например, 3,5 УСН, да, и 7%, это в целом в 2,4 раза больше. Вот. А если мы оставляем 1,5%, это равно ЕНВД, понимаете? И когда нам говорят... 1,5 это нынешние вот эти ставки, которые... Это равно ЕНВД для отдельных предприятий, для других это не равно ЕНВД. То есть здесь вот, опять же, сложно ну, очень понятно, так сказать. Да. Для кого-то, например, эта рамка, она 2,4 и 7. Например, когда будет равно ЕНВД. Ну, есть... Да, я соглашусь, ну, что это понятно, там что плюс-минус по больнице, да? Да, 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 да. Если мы опять же говорим о том, что сейчас не время, да, и, конечно, проще оставить этот налоговый режим. Если нам говорится о том, что мы однозначно он оставлен не будет, значит, нужно бодаться до последнего за варианты. Годные, за варианты, да, какие только возможны. И я все-таки говорю о том, что при принятии льготных налоговых ставок не должно быть никаких ограничивающих. Но, да, абсолютно никаких. То есть, кто использовал ЕНВД, условия имеется, да, да, никаких, но. Ну, вот как был принят чудесный, без, я говорю сейчас без смеха, без иронии, чудесный законопроект о том, что те, кто сейчас с 1 июля попали под маркировку, да, они используют льготные налоговые ставки на 2020 год 3,5% и 7%. Значит, но есть но. Оно такое, что у предпринимателя должно быть оборот маркированных товаров не менее 70%. Вот. Вот я, например, как предприниматель, занимающийся дифференцированной торговлей, я не попадаю под это. Хотя я ведь имею на это право, у меня тоже есть обувь. Но при этом на мне, там, как на одном юрлице, на честном предпринимателе, помимо этого есть еще одежда, бытовая техника, там, нижнее белье и так далее и тому подобное. И мы делим это все, мой весь оборот 100% делим, например, на 7, и мы получаем, мы 70% никак не получим. Я попала под дно. То есть я сейчас, по идее, по своему магазину... Вы со своими маркированными товарами не можете этим воспользоваться, да. Потому что их они не дотягивают до 70%. Потому что такая структура бизнеса, да. У Юлии, вот где все на одном юрлице находится, и поэтому действительно там 70% не дотянуло. Ну, а потом ко мне придут и скажут, ты же дробишь бизнес. Ну, как бы. Мы же знаем прекрасные примеры, когда у нас крупные сети бытовой техники, не будем называть, да, эти названия. Делились, а потом их за это притянули. Ну, вот я стараюсь честно вести бизнес, и у меня действительно там все на одном юрлице, вот, потому что никогда не возникало никаких там других мыслей, всего прочего, и так удобнее действительно и так комфортнее и по налогам, и по оформлениям, и по всему. А тут выходит, что мне все такие говорят, ну как бы и зря. Вот. А мы пора делить уже. Пора начинать. А вы по своим предприятиям, Юля, уже посчитали, как вам будет выгоднее? Ну, мы посчитали, да. Вот лично мне будет выгоднее, во-первых, чтобы не было никаких «но», а во-вторых, я, конечно, хочу видеть 1,5%. Но мне уже сказали, что это невозможно. Но 3,5 это лучше, чем 6. 1 это лучше, чем 3,5.
Ну вот, если как бы говорить так, да. Вот. Если есть возможность между 3,5 и 1 еще, например, рассмотреть 2%, ну это вообще круто. Это от чего будет зависеть и как на это можно повлиять? Ну, смотрите, вот по поводу вопроса Юлии, по критериям, то есть я думаю, что все же, что касается тех отраслей, которые теряют право применения ЕНВД с Нового года, там таких критериев быть не должно, потому что это, например, там, розничная торговля в магазинах там, с торговым залом до 150 квадратных метров, то есть вот как бы вот критерий, который на сегодняшний момент прописан в законе. Там ничего не говорится про 70%. Откуда взялась вот эта норма? Угу. Да просто... Грубо говоря, вот чтобы не попали под льготу на весь бизнес по ЕНВД не такие добросовестные люди, как Юлия, а те, кто выставит одну пару сапог у себя в магазине, который будет торговать чем-то другим. Там, и да? скажет, а я могу пользоваться. Да, да и на весь бизнес. Понятно. Ну, не суть, мы проговорили тогда на встрече в палате, мы сейчас попробуем с этими критериями что-то поделать. Значит, от чего это зависит еще? Во-первых, там, сделать это, во всяком случае, для отраслей, которые, еще раз, теряют право применения ЕНВД с Нового года, возможно. Почему возможно? Потому что у нас не возникает выпадающие доходы областного бюджета. То есть, еще раз, на следующий год мы эти доходы не планируем, они появляются в результате отмены налогового режима, их никто не прогнозирует. И даже при установлении там, льготных ставок в два раза меньших, чем сегодня, то есть 3,75%, ну, бизнес все равно начинает платить больше, чем платит сегодня, то есть бюджет то есть, получает... поступление там, будет больше. Чуть больше, да. Наша инициатива, принятая в этом году совместно с Торгово-промышленной палатой, она показала возможность более легкого прохождения такого проекта закона, чем вот, ну, массовое снижение налоговых ставок. Поэтому мы, наверное, уверены здесь в успехе, но в чем тяжесть самой вот ситуации? У нас 4, ну, плюс-минус 4 миллиарда рублей – это поступление в бюджеты муниципалитетов и областной бюджет от упрощенки, то есть из которых 1,6 – это местные бюджеты, 1,6 миллиарда рублей. Там некоторые города, там у них отчисление, район, точнее, норма отчисления 100%. То есть это для районов очень важный налог. Он не так важен для области, это, ну, такие невеликие деньги, это сколько важно для муниципалитета. И вот смотрите, второй квартал 2020 года из-за пандемии у нас фактически освобождение от уплат налогов и сборов. То есть ты декларации сдаешь, как бы, но тебе это все прощается. Вот в следующем году... Мы пока не знаем, сколько, но мы увидим цифру, которую бюджет следующего года потеряет уже из-за льгот по пандемии. Угу. То есть будем смотреть, считать, пока цифр еще нет, потому что последние сроки сдачи отчетности – это конец июля, ну, первый, наверное, да, там вот за этот год. Но еще раз, в целом я считаю, что принятие 3,75 для лишающих права применения ЕНВД, это, во-первых, общая некая консолидированная позиция, во-вторых, это возможно и вероятно. А когда, кстати, представят проект закона в УЗС по бюджету? Ну, это будет осенняя сессия, мы готовим, то есть работа после встречи в палате, она начата, поручения все даны, то есть логику законопроекта я обрисовал, там, и мы готовимся. Так, консолидированные позиции по 3,75%. Какой-то пакет предложений. То есть это действительно консолидированные позиции или все-таки есть еще возможность куда-то подвинуться пониже, вот как Юля говорит, там до 2%, например? Ну, Андрей Ильич, давайте так, на ситуацию надо смотреть реалистично. Можно ставить себе недостижимые цели, там, разбить лоб и, собственно говоря, там, потом признать, что этого сделать не удалось. В этом смысле, собственно говоря, там консолидированная позиция, она как раз и отличается трезвым взглядом на ситуацию, объективной оценкой этой ситуации. Я прошу прощения, вы понимаете, что ниже 3 не опустятся, да? То есть вы об этом сейчас говорите? Мы сейчас не говорим о том, чтобы там давайте постараемся опуститься ниже 3 или давайте там договариваться о том, чтобы подняться выше 3. Да? Мы говорим о том, что есть позиция, которую мы предлагаем принять. Угу. Это ставки 3,75%. Мы считаем эту позицию реалистичной. Мы считаем эти предложения обоснованными и основанными на расчетах, которые представлены. Мы считаем, что у этой позиции есть достаточное количество аргументов для того, чтобы на ней настаивать.
И, собственно говоря, это мы и будем делать. Вот в чем состоит наша позиция. И это не провалит, опять же, и бюджеты муниципалитетов. Это со такая всех, вот со всех сторон. Она компромиссная со всех сторон. Выверенная, тем более, один раз получилось это сделать, и должно получиться во второй. Ну и, собственно говоря, я еще что хотел добавить. Там, приписываемый там, мне термин «бесшовный переход». На самом деле это цитата. Это не ваше? Да, это цитата из общенационального плана действий по выходу из сложившейся ситуации, который принят на общефедеральном уровне. Значит, то же самое правительство, которое дает отрицательный отзыв там, на отмену отмены ЕНВД, при этом в своем плане действий записывает пункт «обеспечить бесшовный переход там, на новые системы налогообложения в связи с отменой ЕНВД». Я уже говорил на нашей встрече, что, по моему мнению, бесшовный, что обозначает? Незаметный. Не уверен, что в полном там, смысле этого слова незаметный переход реализовать удастся. Ну, по крайней мере, задача такая на федеральном уровне, на мой взгляд, регионам поставлена. Мы очень надеемся, что именно, так скажем, с точки зрения реализации именно этой задачи, наши предложения в том числе будут восприняты. То есть мы это можем расценивать как то, что правительство, в общем-то, готово к какому-то компромиссу в этом вопросе? Диалог-то возможен? Диалог возможен всегда. Если мы приходим с аргументами, с расчетами, с обоснованной позицией, диалог возможен всегда. И, на мой взгляд, ситуация там, на последних месяцев, с которой мы столкнулись, там, начиная с февраля там, диалога по УСН маркированных товаров, да, и дальше всю эту ситуацию пандемии, показала, что диалог не просто возможен. Диалог имеет место быть и приводит к результатам. Содержательный, аргументированный диалог точно там, имеет там, результат. Нам нужно прерваться сейчас на полторы минуты и после продолжим разговор. Продолжаем «Дневной разворот». Андрей Усенко, Роман Титов и Юлия Долгоршинных у нас в студии. Вот те цифры, да, 3,7, о которых мы говорим, она предполагается тоже навсегда или у нее есть тоже в вашем понимании какой-то срок, период какой-то. В нашей стране навсегда не предполагается ничего. Нет, ну все-таки вот мы сейчас, если говорим о когда мы выходим с этим предложением, ну пока это 3,75%. На какой год? Год для обеспечения перехода, как минимум. 21-й. Да, плюс смотрите, мы же в осеннюю сессию будем смотреть, что делать со льготными ставками для тех, кто перешел уже на УСН по маркированным товарам, с учетом состояния бизнеса, с учетом того, как они прошли пандемию, там либо мы это сохраним на 2021 год, есть такое право, либо мы уходим для них полностью на ставки действующие, да, там 6,15. Вот, ну, мое мнение, что, наверное, надо продлять эту историю. Юлия Владимировна напряглась очень серьезно, мне кажется, сейчас. Не, ну мы как предприниматели понимаем, что мы заявляем, что необходимо льготные ставки установить на 2 года, 2021-2022 год. Потому что, опять же, мы прекрасно все понимаем, так как вся ситуация с эпидемией затягивается, да, и мы будем жить точно сейчас в этой теме до конца года, еще в начале следующего года. Если когда мы заходили в эту пандемию, мы думали, что мы к следующему году, к следующей весне уже там это очухаемся и будет все более-менее нормально, то сейчас я лично понимаю, что дай бог к следующей осени, да, у нас что-то будет как-то уже восстанавливаться. А так вполне возможно, что до 2022 года вот будет ситуация. Мы ведь, смотрите, совокупность ведь всего этого, всего, что коснулось, опять же, да, этого злосчастного коронавируса, да, и спад покупательской способности, и рост цен, мы это все прекрасно видим, рост себестоимости товара, да, рост различных там, если кто-то сначала давал арендные, там, небольшие послабления, да, то сейчас, конечно, все уже торговым центрам тоже невыгодно, они уже тоже все возвращают ставки свои на прежний уровень, а у нас ведь абсолютно не восстановилась ни торговля, ни покупатель способность, то есть там достаточно большие процентовки, у кого-то доходит до 50% спада, да, кто-то там на 30% спада где-то еще вот сейчас живет, то есть здесь достаточно такой большой клубок, вот, и поэтому я все-таки считаю, что там 21-22 год, по крайней мере, мы в своем письме более заявили вот так. Более стабильная была бы ситуация, да? Вот, а потом, да, действительно уже переходить на там текущие нужные, там, необходимые ставки. Мы ведь тоже понимаем, что если у нас будет налог
налоговый режим ноль, да, то как мы будем жить в этом же городе Кирове и там, как мы будем вообще существовать? Мы прекрасно понимаем, что налоги, они для того и созданы, чтобы их платить. Если мы потом добиваемся вот это 3,7 на 2 года, предположим, при удачном развитии событий, дальше переход тоже должен быть плавным. Не бывает никакого удачного развития событий. То есть, вот Андрей Леонидович правильно сказал, есть диалог. Диалог порой жесткий, как это было по льготным ставкам, но это именно диалог. То есть, потому что мы с коллегой, с которым мы там работаем над нашим проектом закона, с депутатом Федором Киселевым, мы после достаточно такого серьезного разговора с губернатором, мы вышли с, собственно говоря, с тем, что у меня есть на руках, это заключение губернатора на внесенный нами ему на рассмотрение проект закона, на отзыв, точнее, об установлении в Кировской области на период 2021-2022 годов ставок для всех без отсекающих критериев 3,7,5. И это не отрицательное заключение, то есть там не написано, что с учетом вышесказанного считаю принять закон нецелесообразным. Нет, мы договорились, что мы вносим этот проект одновременно с принятием проекта, с рассмотрением проекта областного бюджета на следующий год, когда мы уже видим все цифры, и будем опять же обсуждать и моделировать вот эти льготные ставки применительно к бюджету с учетом и федеральных ассигнований, с учетом той динамики по налогам, которую мы увидим. Но так или иначе, это там результат диалога и площадка для дальнейшего обсуждения этих льготных ставок. Я согласен абсолютно с Юлей и там неоднократно говорил, что для меня примером в льготном налоговом режиме является отнюдь не республика Удмуртия, куда ты придешь на год за 1%, через год у тебя уже будет 3, а еще через год ты лишишься, попадешь на 6, грубо говоря. И поедешь обратно в Киров. Для меня пример республика Коми. 3,7,5 для всех отраслей на 2 года без ограничений. Вообще без всего. То есть мы хотим этот же вариант у нас? Мы хотим смоделировать этот же вариант на наш бюджет. И губернатор эту нашу инициативу поддерживает, скажем так. То есть, не отвергает, по крайней мере. Он считает целесообразным этот проект рассмотреть вместе с проектом бюджета. То есть, это то есть в любом случае будете их в связке рассматривать бюджет и этот... Да, потому что, коллеги, мы должны понимать, что если бы не федеральные деньги, то наш бюджет рассыпался бы в этом году примерно в июле месяце. То есть мы недополучили уже, вот это без упрощенки, без всего, там 1,9 миллиарда рублей, причем львиная доля за счет налога на прибыль, прибыльных предприятий. То есть крупняк просел, мама не горит, а про малый бизнес мы даже не знаем, что там произошло. Вот. И, давайте быть честными, может сложиться такая ситуация, что мы не сможем позволить себе эти льготные ставки. Может и такое случиться. Но может сложиться такая ситуация, что без этих ставок мы можем с учетом падения бизнеса решиться потерять его вообще. Поэтому это тема серьезная, и мы полностью поддерживаем там мнение губернатора, что здесь надо бюджет и льготные ставки вести отдельно. Ну, собственно говоря, мы к этому... Отдельно, вместе. Да, мы к этому и готовимся. С теми расчетами, с тем пониманием картины, которую там, к осени мы получим. Потому что действительно там нормальной статистики пока нет. Нет понимания, там, насколько снизились обороты там, бизнеса. Да. Мы готовимся к этим расчетам именно для того, чтобы этот диалог вести. Что касается сроков, не зря у нас в свое время там, был введен там, трехлетний период планирования бюджета. Опять же, да, то есть текущий, предстоящий год и два за ним. Вот мы считаем, что, собственно говоря, с точки зрения налоговых ставок надо подходить примерно вот в таком же диапазоне. Для того, чтобы было понимание, что в планируемый бюджет закладываются эти ставки, и бизнес понимал, что там в течение там, 2-3 лет мы будем действовать вот по таким правилам. А с учетом того, что бюджет каждый год трехлетний актуализируется, то мы, собственно говоря, вот этот постепенный там, ступенчатый переход там и будем реализовывать. Ну вот пара моментов для тех, кто сам бизнес не ведет, но услугами-то пользуется. На рынке вообще, на ценах как отразится? Ожидать ли людям, что товары подорожают? Вы знаете, вот, например, про маркировку тоже говорят, что о том, что там, предприниматели не будут на себя брать эту нагрузку, да, и они это отправят на потребителей. Вот я лично могу сказать, что прямо серьезные какие-то затраты по маркировке обуви я не понесла. Там был период, когда можно было маркировку получить бесплатно. Вот, это там сканеры в объемах там работы магазина, это там не огромные какие-то затраты, да, и сейчас со мной работают поставщики, которые уже присылают маркированную обувь.
Вот, поэтому в целом мы все прекрасно видим некое поднятие цен, да, вот, я думаю, что это будет всегда, но так, чтобы сказать о том, что то мы сейчас... не резкий будет рост. Если мы сейчас зашьем, грубо говоря, в свою наценку налоги, которые у нас повысились, ну, это путь в никуда, я лично так считаю, потому что, ну, тоже потребитель не, тоже не виноват, да, что вот там на предпринимателя такая налоговая нагрузка пошла, да. Понятно, что, может быть, возможно, будет какое-то небольшое повышение цен, но так как рассуждают некоторые предприниматели, у меня типа 6%, значит, я эти 6% там плюсом, да, например, накручу. Но я лично так вот не работаю и так не действую, для себя такой вариант не рассматриваю. Так и не бывает, потому что вот спрос на обувь – это спрос неэластичный. То есть, грубо говоря, цена возрастает, ты идешь в другую ценовую категорию или отказываешься от сезонной замены там обуви. То есть это не хлеб, не соль, там, не молоко. Да, да, да. Ну, не товар ежедневного это правильно, спроса. Это путь, да, в никуда. То есть ты заложишь 6% в цену, как бы в итоге там ты потеряешь рынок. Вот, ага. Ты станешь неконкурентоспособен, да, а надо понимать, что это, собственно говоря, мы об этом говорили, это все накладывается на достаточно серьезное снижение покупательской способности. Надо не забывать, что она у нас и так 5 лет снижалась. Официально там это признано. Единственный, наверное, показатель в стране, который был официально признан снижающимся, да, с точки зрения там состояния экономики. А здесь она просела еще больше. То, о чем говорила Юлия, там, срок ее восстановления, я думаю, что она еще оптимистично рассматривает с учетом самой покупательской способности рубля еще, да, как бы закладываем в это. Другой вопрос, что вот вам предложение там, по одной из следующих программ спросить Юлию Владимировну, а смысл этой маркировки? На бизнес возложили новые обязательства. Отлично, да. Расходы понесены. Неужели вам, Андрей Леонидович, не интересно, какая корова паслась и где, чтобы вы одели те или иные ботинки? Ну, вот этот вопрос поднимался, кстати, август прошлого года на совещании у губернатора, и там такая была живая дискуссия. По шубам там было, по мехам, по-моему. Слушайте, там было шире шуб, то есть оказалось, что вот для того, чтобы обувь сканировать, там нужно одно приложение, по шубам другое, и в итоге вот у тебя полтелефона должно быть занято вот этим сканированием, непонятно, для чего там это все сканировать, в итоге вот по шубам это точно не привело к какой-то легализации бизнеса. Абсолютно. То есть, как был нелегал, так он и, грубо говоря, остался. Не, вот... он стал легал, просто знаете, у нас теперь столица меховая-то где? Не в Вятке. А где? В Пятигорске. Ой, а там, я поняла, там эти вот маркировочки, да, выдают... Понятно. Меховая столица России, теперь город Пятигорск, в котором замечательно освоена технология приобретения этих, собственно говоря, там пушной край знаков. Пятигорск, да. И маркировка китайских шуб. Абсолютно верно. Ну, я вот по обуви знаю, да, те, кто не специализировался, магазины небольшие, те, кто не специализировался на обуви, то есть нашла там каким-то довеском, сейчас вот просто от обуви отказываются. Да, вывели. Потому что, то есть, они, видимо, когда у тебя полностью ассортимент... Слушайте, ну, вы знаете, это в целом ведь такая серьезная проблема. Это одно дело город. Мы зашли в один магазин, да, ушли в другой магазин, а на минуточку наши области, да, районы. Понимаем, там в одном месте всем, да, всем торгуют. Да, да. Магазины Райпо, которые говорят, и обувь, подождите, всем, вот всем, я через этой маркировки, я, да, не могу там, не знаю, шубинки, тапочки там, и сапоги в деревне свои продать, я теряю покупателя. А бабушки поедут в райцентр, это покупать. Ведь, это не поедут. Да, и ведь маскируется это все. Маркировка это под благую цель заботы о покупателе, который якобы будет, вот как Юлия говорит, узнавать, из чьей кожи сделана эта обувь. А в итоге покупатель как раз и страдает, в том числе. Собственно говоря, у покупателя, там, мне кажется, и запроса не было на такую заботу. Слушайте, это вот как с водкой, извините, с алкоголем. Маркировали, а мини-маркеты как работали, так и работают в ночную смену. Ничего с ними не сделаешь. Это вот это первое сравнение, которое на ум действительно приходит. Я почему вам предложил, потому что на самом деле это ведь как бы не завершается. У нас минута осталась. У нас впереди маркировка всего и вся. Впереди маркировка всего и вся. Эту тему мы обязательно возьмем. Спасибо нашим гостям. Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты, и Юлия Долгоршиных, руководитель группы компаний Юлия Долгоршиных, Роман Цветов, вице-спикер ЗАГС Собрания. Дневной разворот завершается.